Нами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной. Так что сыграет. Вау. Ого, это прям как у та песня. А ну. О, если он еще петь будет. О. Ага, по-другому чуть-чуть. Найс. Это ж прям как... Я всегда, когда в Сталкере гитару слышу, то реально такой думаю, блин, когда я наконец-то гитару нормальную найду, чтобы иметь возможность играть тоже. Вступайте в ряды долго. Тут к бару так тяжело доходить. Окей, надо начать видео, наверное. Надо сказать о том, что я простудился сейчас, вот уже 3 дня. Я вообще не болею почти никогда после того, как с сыроедением несколько лет питался, и в тот момент у меня все болезни прошли, и с тех пор лет 5 еще не появлялись. А потом недавно, вот в одном из годов, опять плохо стало, и сейчас вот опять, видите ли. Ну и, короче, непривычно болеть, в общем. Из-за этого ничего не хочется делать, особенно стримить. Но я, короче, перебирал песни кино, и из-за этого захотелось вот именно в... Ой, подожди, тут же музыка играет, я забыл. Я отключу тогда пока игровой звук, чтобы copyright fucking bullshit не был. И как бы захотелось, ну, в зоне отчуждения быть, потому что кино ассоциируется у меня с этим всем. А, нет, тут кстати, стандартно играет мелодия. Так, я пришел к нему купить, кстати, баллон, потому что в прошлый раз я оставил... Вон, я уже 2 штуки купил, но мне пока не надо. Короче, у меня... А, нет, патроны надо было купить. В тот раз я, по-моему, в тоннеле Греховцев закончил запись, по-моему. Если я снимал, я потому что Lost Alpha не полностью снимаю, ну, не... беспрерывно, то есть я бывает играю без записи долго, и потом непонятно, как я сюда попал. Ну, короче, в последний раз я был в кишке зоны, я отдал Греховцам то, что они просили, и потом, когда я вышел из тоннеля, мне Сидорович, ну, как сообщение такое прислал на ПДА о том, что, типа, дуй к Сахарову, я уже не помню зачем, даже, по-моему, осталось, оно вроде сохраняет же. А, это все диалоги... А миссия нету. Так далеко не сохраняют же. Ну, короче, у меня сейчас задача добраться до дикой территории. Ой. Пройти через дикую территорию. Ну, кстати, тут же соединено. Тут теперь вся локация, вот эта металлургическая база. Мы дойдем. И на гармошке играют, прикольно. Ой, надо звук включить. Тут же уже не будет. Я забываю все время. О. Та-та-та-та-та. Вот это, кстати, сложно играть. Высокие ноты очень трудно выдавать, потому что сопротивление там, короче, вот этих вот язычков металлических. Или это у меня просто гармошка не очень хорошая. Кстати, оружие у меня вообще ужасное. У меня, короче, машина моя... А, так вот, я когда был в кишке зоне, я получил сообщение и побежал. Сел на машину, и там уже бензин заканчивался. У меня больше не было в багажнике даже запасной канистры. Поэтому я, короче, доехал до самого края вот этой кишки зоны, до перехода между локациями. И докатил буквально уже вот машину. Вот тут он у меня уже заканчивался, я разогнался, и у меня закончился бензин, но мне хватило, чтобы доехать до стыка между локациями. И в темное, ну вот, а, не, в темную долину меня пере... это лощина называется. Ха.
Короче, машина вот тут стоит, поэтому мне, если я захочу снова ей воспользоваться, мне придется идти через всю свалку с канистрой, чтобы туда добежать и зарядить ее опять, потому что у меня в багажнике все мои вещи остались. И там одно из крутых оружий осталось, которое лучше вот этого моего автомата. Он просто так называемый снайперский, короче. У него сразу максимальный зум, и это очень непрактично. Когда на тебя куча мутантов нападает, и ты просто хочешь прицелиться, оно, ну, мешает только. Поэтому зря я не взял другой, короче. Ну, сильно далеко бежать теперь за предыдущим. И патронов, по-моему, не так много. Вау, один патрон, спасибо. О. А вообще, конечно, основная причина, почему я в Lost Alpha играл, это потому что NLS сильно сложное, ну там место, я застрял ну, под агропромом, короче, в подземельях, и мне хотелось просто вот, ну, в зону отчуждения попасть, как бы снова вот тут вот ходить, вот это все ощутить атмосферу, так сказать, потому что осень, блин, октябрь, а оно не ощущается по-осеннему. И, кстати, сейчас тоже солнце на улице при этом, хоть уже и какое, 16, 17, 18, 19 октября. И при этом солнечно. Я немного негодую. Я хочу, чтобы осень была осенью более. Октябрь это же самый крутой месяц вообще. Хэллоуин скоро. И, кстати, фильм Хэллоуин тоже скоро. Я когда пришел в бар, у меня денег не было вдруг. И я попродавал много артефактов и понял, что у них все-таки есть ценность. Когда, например, надо патронов купить, а у тебя не хватает денег, то можно сбыть. Их тут много, и они дешево стоят. Вау, там странный звук. Блин, я боюсь, что сейчас прибежит же. Кровосос. Про такие места рассказывают истории всякие. О, это, по-моему, вы... Ага. Тут всегда радиация. О! Тут так все открыто по сравнению с оригинальным баром вообще. Ой, дикая территория. Кстати, как она называется тут? Металлургическая фабрика, это вся локация единая, прикольно. И тут даже нету вот того, что обычно тут. Ух ты, дробовик. Вау, и тут открыто. Смотри, там летают эти штуки. Это ж полтергейсты. О, тушканы. Слышу тушканов. Найс. При этом это бар, то есть вот в 100 метрах, ну, сталкеры сидят у костра, то есть опасная территория. Я так понимаю, но там ограничено как-то, потому что это будет непрактично. Но я могу на них начать нападать, но на не так много патронов я бы не хотел без причины их тратить. И так вот, НЛС получается сильно такое неудачное. Ой, по-моему, враг. Потому что на радаре никого не видно. Тут, небось, бандиты. О, да, бандит. Ну и, короче, ой, блин! Потратил аптечку. А как выглядывать? F, что ли? Нет. Они, кажется, наверху. Я хотел выглянуть, я забыл. V, что ли? А, V, да. У меня просто другое тут управление, чем в NLS и... X это аптечка. Ух ты, не работает. Ну, тут лестница обычно, ее нету. Думаю, что это сильно опасное. Так вот, тут это вот я понял в этот момент, что Lost Alpha это именно аркадный вариант сталкера. То есть тут, ну, такой баланс не сильно сложный. Тут именно так, ну, не знаю, как-то можно не напряжно в него играть. Можно легко бегать, высоко прыгать, на машине рассекать. И так солнечно тут как-то. И очень много... ну, пестрая такая игра в целом. И это по-своему круто, потому что это как противоположность НЛС. То есть, да, есть оригинал, он как бы по центру, он как бы точка отсчета. Потом НЛС это более реалистичный, более серый такой и менее насыщенный событиями. Хотя, если правильно играть, то все равно очень напряженный мод, как бы. Ну и все еще мой любимый из них всех. А Lost Alpha это именно такой, как бы, фан. Веселый вариант этого всего. Что-то я не вижу, где могут быть бандиты. Вот там. Они обычно вот там вот. И радар, в принципе, покрывает. То есть, наверное, они там. Ну чё они не прибежали на выстрел? Или я не сильно громко? Может, я далеко был, поэтому они еще не успели подойти. Они же не могут красться тут так незаметно.
Мне прям интересно, как теперь. О, вау! Я даже не знал, что тут жажда вот так вот отображается. Так, эть! Надо было прыгнуть чуть-чуть. Блин, радиации так много везде. Благо, у меня артефакты есть. О, у него. Мой тип патронов, это хорошо. О, да, они еще не слышат меня. Че, вообще спит в этом вагоне? Мне на самом деле любопытно даже исследовать остальную эту часть дикой территории, но пока нет смысла, потому что я тут еще буду возвращаться и, может, потом на обратном пути погуляю тут. Мне просто хочется дойти до Сахарова сейчас. Тут даже ради сюжета есть смысл играть, потому что оно более так. Вот как они могут не знать, что я тут? Я ж прям тут, как бы. Да уж, если это была как бы стража, если они тут от кого-то защищались или типа того, то это были не лучшие охранники, в общем. Вау, этот даже не успел оружие достать. Такие моменты мне их жалко, конечно. Не, на самом деле я просто прокрался, все правильно, ну, якобы, но все равно немного так. О, гадюка, может взять, у меня, по-моему, от гадюки были патроны. А, нет. А, нет, да, вон есть, 141, так надо еще этот взять. И может даже гадюку, просто я перегружен немного. О, тут прям диван такой. Классно вообще. Более такой уютный мод, чем оригинал и остальные. Да, эта локация почти не изменилась, надо сказать. Кроме того, что она соединена теперь бесшовно с баром. И бар другой. И я еще вспомнил, что агропром тут тоже бесшовный, как бы. О, ага. Тут у меня была, по-моему, какая-то типа посылка, которую. А, не, я им несу документы. Нет, где они? Или ПДА. Они сказали отнести ПДА, которое Сахаров может расшифровать, но у меня его, по-моему, сейчас. Или вот это. Или вот это. Нет. Так все запутанно. И вроде не сильно перегружен, а уже достаточно, как бы. И нечего выкинуть. Что сейчас закончатся патроны и будет обидно. Вынесу. Выкину эти патроны. И может. Да, уже как раз голод. Ладно. Да, ладно. Это что, дробовик? Вау. Это снайперский дробовик. Мы его так называли. В видео к, ну, вау, к Oblivion Lost, короче, вау, сюда можно забраться? Там показывали вот это ружье. А, нет. Тоже мне хороший способ нашли, знаешь, типа, чтобы не подходить, они туда радиацию поставили. Ну, кто так делает? Ага. О, там зомби. Вау. Так далеко можно стрелять, я уже отвык. В НЛС явно нельзя так далеко. О, вон еще. Ну кто там мне пишет? Что там такое? Я не читаю. Так, очень устал. А, ага. Вау. Окей. Мозг с полтергейста. Найс. По-моему, ученые как раз за него заплатят. Окей, мне надо пойти немного вздремнуть. Я так понимаю, спальный мешок же ж это засчитается. Блин, кругом радиация. Пойду. Я бы пошел туда, где бандиты, но. Тут хорошо, тут как бы открыто и видно будет, если кто-то нападет. Так что я. Так же ж. Думаю, так достаточно будет. Я не успел прочитать все сообщение, но я так понимаю, спальный мешок. А, да, по-моему, это единственный способ тут спать вообще. Попривыкал, что в НЛС надо подушки искать. И то там спальный мешок я снял. Давайте без снов только. Сразу сон.
Окей. О, 10 часов. Так, где усталость? А, ее нету. Ух ты, интересно. То есть тут сон. Он как бы не отображается каким-то. Типа усталость. А, так. О, нету полтора этих. У того красного летающего. Так непривычно без жарок. Так, это зомби, я так понимаю, да? Угу. У меня, по-моему, а, нет. О, вон. Вау, прикольно. Типа засаду устроили. Ты у них бесшумные пистолеты. Как он мог так попасть? Четко. Ой, еще, блин, у меня патронов столько нет. Надеюсь, у ученых. Хорошо. Еще один прям тут где-то. А, это он. У ученых, надеюсь, будут. Так, радиацию не надо тут. О. Вау. Там главное, вот, реально можно быть, наверное, даже. Это ж такой мод, что тут вообще все по-другому, как бы. Ну, тут, наверное, невидимая текстура. О, вон он. Эй. Я нажимаю, он не... Ага, он не там. Что ли гадюку взять? Теперь вот кажется, что можно. И у них же не будет даже автоматных патронов, кажется. Вау, там можно свернуть. Интересно, он... Это ж прям, что там такое? Это изменит. Устал от безнадежья, хочет контролировать жизнь. Финансовым консультантом. Шо? Успешно. Это видно, типа, спамеры внутри зоны. Кто-то должен сейчас ответить. Я помню, в одном из диалогов НЛС, по-моему, было о том, что типа новую тропу протоптали и прямо как Рапрому ведущую вот отсюда. Я всегда представлял, что оно вот так вот прям как вот тут, короче говоря. Мне аж хочется туда побежать, потому что оно может быть соединено с основной дорогой. Но оно, наверное, на свалку будет вести. Вау. А, или тут уже тупик, просто немного больше места. Классно. Вообще, вот именно все локации тут больше стали. И от этого как-то реалистичнее, ну, места ощущаются более настоящими из-за того, что больше пространства и как бы вот, ну, оно в жизни бы так было, то есть вот такие целые, много пространства пустоты, как бы, потому что в оригинале слишком компактно было. Вау. Да, это более реалистично, чем так, как было. О, там еще можно ходить? Там даже кто-то есть, или это зомби? Кстати, должны быть собаки. Как бы, если тут все как в оригинале. Что ж тут радиации хоть нету? И, кстати, вот эта новая локация, лес, она похожа на вот это вот. То есть, ну, Dezaway вот эти вот, которые делали мод, они в таком стиле, что ли, делают. Ну, короче, им нравится огромное открытое пространство с деревьями. Вот. И сама новая локация, лес тоже это показывает. И так как они расширили основные локации тоже. Так, кто ж там? Кровосос. Я не знал, что его на карте, ну,
Что бинокль видит мутантов даже. Классно в этом моде, что тут не обязательно даже... Оп. Ни с кем сражаться, то есть... Вовремя сказал. Если кто-то далеко, то можно и убежать. Я когда-то через лес тогда пробегал, так я ни с одним мутантом не сразился. Но у меня же нет патронов. Все, надо бежать. Главное, у меня все вот это столкновение отняло где-то процентов 10 здоровья. Патронов, конечно, вообще нету. На самом донышке, как говорится. Воу, тут пропускной пункт тоже. Я хоть туда иду, я надеюсь, что это не вот эта вот новая, такая там деревня, короче, есть, типа забытого хутора, в общем. Потому что вот это напоминает то. Вау. Так далеко, так много пространства вообще до бара. О, да. Я думал, там машина впереди. Ну, как бы используемая, интерактивная, но похоже, что нет. По-моему, еще с горлом больным не стримил. Оно сейчас так ломается постоянно. Ну, как бы сегодня что-то день... ну, как бы хочется что-то сделать продуктивное. Но я хотел видео поснимать о музыке, там, о песнях. Типа топ-20 песен кино, например, или The Cure, там. Но у меня еще не готов список, как бы. Я не хочу как попало делать, только потому что сегодня есть возможность. Воу, это вообще то... Сахаров, он здесь вообще? Что если я вообще не туда шел все это время? Оу. Стройплощадка? Ага, вон, вот это. На янтарь. Ага, то есть не вот туда вот. Воу, это что, новая локация? Я не помню этого. А тут что ли такое серое все, и тут... О, нет. Я начинаю вспоминать. Я играл же вот в этот билд... 1865, и там так все по-другому было, что я теперь не уверен, что из этого было, чего. Ну ладно, мне тут не надо быть, поэтому я побегу, пожалуй, сразу к янтарю. Вот так же, да, можно. Класс, вот это реально как Oblivion Lost. О, артефакт. Я, кстати, детектор убрал, потому что он слишком громко тут шумит. Территория наемников, к одному из охранников, чтобы подтвердить пропуск, пристрелим. Ну, я не захочу, не захожу. А ну, у меня есть пропуск. Это же охранник, да. А ну. Так. Знаешь, пароль, конечно, пароль зона. Упирайся, пока башку не пристрелили. А, это неправильный пароль. Да, я ж не помню, чтобы у меня пароль был. Ух ты, так они сразу не нападают. Это круто. Это прям как с бандитами, кстати, там тоже. О, это оно? Так странно выглядит вот это вот. Вообще, особенно лес вот этот искусственный на фоне. И да, и такая как сильно узкая дорога. И как он там? Он просто висит. Там же дальше уже даже нету текстуры. Вот это ж край вообще. Ну ладно. Тупо в закрытые ворота надо идти, чтобы пройти на янтарь. Ну ладно. Тем не менее, тут так много новых локаций, что прям интересно. Но мне через этот мод новые локации неинтересно исследовать, потому что они тут сильно изменены. В NLS, например, там добавили всякие вот эти вот ранние локации, типа там вот этого вот... как там он там? Ну, короче, там, где памятник и вышки. Не помню, как оно называется. В общем, и вот, и тоже радар там вроде есть. Не радар, а генераторы.
Вот туда я хочу попасть именно в НЛС, потому что в Лос-Альфе это совсем другой как бы experience. Вау. Оу, это янтарь? Это не янтарь. Я все еще не на янтаре. Да что ж такое? Или это янтарь теперь? О, я помню, кажется, да. Вот тут я как раз играл. В билде было вот эти вот пересушенные О, так тут вода при этом в них. Интересно. Так, это янтарь? Вау. Озеро Янтарь. Да, вот мне туда. Точно, это оно. Я помню вот это место. Я в билд, когда начинаешь, он тут появляется. А это куда? Тю, так я мог прямо с этого. О, мертвый город. Вот это то, о чем я говорил. Стройплощадка. А, вот сюда мне надо было. А, нет. Свалка, стройплощадка. А, вот тут. Янтарь здесь, оказывается. Ух ты, так вот эти железная дорога, она типа куда-то ведет. Ну, тут она якобы вот так проходит и как-то там вот сюда приходит, наверное. Ха, не, вот тут, ага. Вау. А то всегда вот тут вот это место такое, таким тупиком неоправданным было. Тю, надо было на карту посмотреть, чуть-чуть по-новому все. Так, ну я так понимаю, я могу прям так туда пройти. Мне кажется, тут долговцы могут быть. Нет, не могу, тут все-таки радиация. О, есть тут мирные. Да, долговцы, ей. Тут, кстати, по-другому. В билдах, короче, вместо вот этого забора такого решетчатого были более такие, как бетонные такие плиты, в общем. А, вон, как у там, вот это оно, да, вот. Вот туда мне надо, а этот просто деревья долговцев небольшая. Вот, вот то, да, блин, класс, я помню это место. И я же говорю, там вот где на одном из берегов, вон там, соответственно. Обычно начинается вход в эту локацию. То есть, когда подгружаешь билдовскую локацию. Кстати, он у меня есть. Я даже скачал специально билды всякие, чтобы в одном из выпусков. О, вот это, по-моему, оно. Да, вот тут вот я помню, я был. И оно мне, ну, запомнилось. Да, и вот так надо пройти было. Ну, если бы я правильно сюда пришел, то я бы там и оказался. О, это. Долговец ли? Ты шо этим ученым тут, конечно, такая защита вообще. Так, я надеюсь, у вас будут уникальные диалоги, потому что. Nope. Вау. Тут слишком как-то, конечно, все чисто и вообще как будто зона еще. Ух ты, только зародилась. Тупо ничего не могут рассказать, интересно. Ну как так можно? Все, пока. Так, а как мне. Оу, воу. О, тут даже вот этот дом. В нем обычно этот сумасшедший свободовец сидит на армейских складах в оригинале. Оу, какая-то схватка. Так далеко. То есть тут получается несколько деревень. Ага, вот это такая одна, вот тут еще. И потом. Вот это вот. Прикольная локация, такая странная, кстати. И особенно вот, ну, она как. Да, это озеро, по сути. То есть вот это все, это территория озера высохшего. И в середине острова, это вот там на эти. А тут вот как-то сильно близко к краям вот эти вот локации, оно так неестественно. Я заметил, что мне интереснее сами уровни исследовать всегда, чем. О! Чем всякие сюжетные события там. Вообще, не только в Сталкере. Ты что копил? Меченый. Ну тут меченый. Эх, а вот это обычно спальный мешок. Ты что? Тут везде именно. О! Чуб-хоп. Прикольно. Я такую не видел нигде. Так, а тут можно просочиться. О, да. Жалко, что все аномалии видимые, и тут даже не нужно никогда использовать ни детекторов, ни болтов. В принципе, в оригинале так было, но вообще я до сих пор на самом деле негодую из-за того, как GSC решили, что аномалии мешали игрокам бегать, они были как мины, они только раздражали, и поэтому мы их убрали в чистом небе и в Зове Припяти. И, вот как?
Они такую классную механику придумали, уникальную, которой не было даже реально, я других игр не смог найти подобно. Оу. Это военные. Так мне не сюда. О, так он тут. Я думал, что Сахара здесь, тю. О, тут зомби. А могу я вот так прям сквозь военную базу пройти? Такая наглость. Я из-за своей вот этой, ну, необузнанности. Я не знаю, где что находится, поэтому влезаю на базу ну, наемников, на базу военных. Я даже не, ну, не знал, что это их база. О, вот это место. Ого, это мост. Только заметил. Вау. Блин, вот это очень круто выглядит. Все. Тут, о, там трубы, да, блин, вот это место обожаю, короче. В билдах я когда тут был и вот эти трубы видел и там военные ходили под ними. И короче я запомнил билды из-за этой локации. О, ломоть мясо. Тупо за километр видно. Так, мне по сути и не сюда тоже, мне вот туда вот. Там вроде бы просто добавили обычную локацию. О, тут даже перекрыто. А как туда пройти? Вау. Окей. О, артефакт. Слышу собак, но у меня не сильно много патронов. А, ладно. О, нет. Да уж. Кого-то патронов мало было. О, это что ли лунный свет? Пустышка. Не, паразит зеленый. Окей. Вау, тут нету воды. Вот это на самом деле... выглядит как раз как озеро. Оу. Вот эти аномалии, кстати, не видны. Ау. Тут что ли какая-то одна большая? Это другое, это не... Это не просто трамплин. Или я прошел прям сквозь трамплин. Ну нет, я дальше был. Это жарки, да. А где? О, тут такие есть невидимые аномалии. Я надеюсь. О, наконец-то. Хоть сталкерство можно будет применить в сталкере. Неужели они просто поставили локацию из оригинала прямо вот... А, не, нормально, кстати. Более-менее по-новому все. Но я был уверен, что ученый теперь и тут, вот, и он вроде как, ну, изначально тут планировался, а тут какое-то странное место для него. Хм, зато... Да, окей, интересно. Они как бы объединили тут финальные варианты этого всего и промежуточные. Столько паразитов. О, капля! А ну иди сюда, как говорится. Окей. Кстати, я пока не снимал, я обычно вот так отключаю интерфейс. И оно классно, короче. О, военные? Тут тоже получается по пропускам. А ну. Это запретная зона. Если хочешь пройти, тебе придется сильно постараться, чтобы убедить меня. Окей, давай. Предъявляй свои условия. Отправили помочь ученым. Тебя? Ну ты совсем не похож на ученого профессионала. Что ж, можешь пройти, но не забывай смотреть под ноги, сталкер. Спасибо за совет. Да, без интерфейса очень классно, сразу более так органично. Хотя интерфейс тоже классный. Мне нравится, что тут есть вариант оставить изначальный интерфейс, ну, который в билдах. Вау, это рабочая машина? Ну, не. Тут должна быть рабочая, кстати, потому что локация сильно большая. Ну, здорово. Думаешь, мы тут... Мне тут в патруле интересно? Ничего подобного. Я был за артефактами в рейды ходил. Или на мутантов там. Рисковать жизнью в проверенной и надежной компании интереснее, чем гулять туда-сюда. Вау, прикольные. Знаешь, военные тоже люди, как бы. Сталкеры же обычно, они такие, типа, там, главные враги, но...
О, тут хоть нет вот этой системы, что там да, закрывается дверь, короче, а ну. Да, в этом, в каком-то моде было, что надо закрыть одну дверь, потом открыть другую. О, класс, тут все как по-прежнему. Ага, только вот это вот более обжито стало. Найс. Добрый день. Так, я не уверен, что из этого будет запрещено Ютубом, поэтому я сейчас отключаю звук в игре, чтобы если вдруг начнется советская песня, чтобы мне не заглушили звук опять, потому что они это любят. Прислал Сидорович, сказал, есть работа для меня. А, да-да, мы вас ждали, Мечен, это задание очень важно для нас, и я хотел бы, чтобы вы держали это в секрете, насколько это возможно. Заключил сделку с наемниками, они должны получить для меня посылку. Хочу, чтобы вы сходили на их базу в мертвом городе. О, мертвый город, класс, я его хоть увижу, как бы. Ну, я в билдах его видел давно, но забыл уже даже как там. Принесли ее. Там сейчас кричат про советскую власть, так что оно мешает даже думать. Все, что должны взять, принести посылку назад ко мне, осталось и сохранить. Оплату уже получили. Они, ага. Если можно, хочу узнать, что в посылке. Не хочу иметь проблемы. Явно с английского перевели. I don't wanna have any troubles. Или типа того. Нет необходимости беспокоиться. Проблем нет. Это не живой образец, да, и не органичный. Не органический вообще. Исследовательский материал для... был выкопан в лаборатории на севере. Ничего не могу сказать. Принеси посылку мне и дам награду. Окей. Интересно, это новый сюжет? Ну, в смысле, ой. О, мои патроны. Давай все, а там разберемся. Пустышки не интересуют. Ой, блин, надо было хоть одну оставить. А, она столько же стоит. Сколько... Даже дешевле, ух ты. Ну, я не думаю, что они ему так уже нужны. А ну, есть у него... О, вспышка и хвост для собаки. У меня, по-моему, что-то из этого было. Обычный хвост и... Вспышку не хочется отдавать на самом деле. И мне кажется, даже нет. Да, вспышек нет. Что-то мне еще надо было. Да, можно воду купить. Кстати, вот это, по-моему, мне нужно. Или... А, не, я не помню. Рейки тоже были. Так называемой трансмутацией, слияние артефакта. О, круто. Сканер позволит смешивать артефакты между собой. Ух ты. А, устройство какое-то. Угу. Интересно, опять же, трансмутация подразумевалась в билдах еще, вот когда в оригинальном сталкере. Все меры предосторожности, не пытайтесь смешивать самостоятельно без моих данных. Ух ты. Рецепты есть? Вау, тут тысячи. Но мне пока не до этого. Окей, мне надо в мертвый город, пойду. Все, можно звук включать. Сейчас опять как такое, как температура у меня, видите ли. Ну, знаешь, когда... Все горит и голова болит сильно. О, кто-то умер тут. Давно. Так, а как тут выходить? Я уже заблудился. Вот отсюда я пришел. Ага. Интересно, он сейчас станет на центр? Вот я типа отошел. И он сейчас должен развернуться и подойти. Или нет? Окей. Мертвый город, говоришь. Мертвый город, по-моему, отсюда тоже можно напрямую пойти. Он даже тут рядом. О, вот сюда, окей. Ладно, пока включу, потому что хочется... Я как бы в НЛС отвык уже от того, что... Можно тупо по стрелке идти. А тут как бы для разнообразия можно. О, интересно, тут... С какой стороны мне надо быть? Вау. Блин, классно.
Гроза такая атмосферная. Оу, тут такой прям траншея такая. Оу. Труба вот эта, конечно, мне нравится. Говорю, она из билдов, и я ее запомнил. Тут немного еще по-билдовски все выглядит, хоть и более так детально. Ну, больше растительности они же добавили, и оно ощущается. А? Звук странный. Это может быть новая аномалия. Или монстр. А. Тут просто как-то так помимо грозы наслаиваются еще какие-то как... эмбиентные. Блин, и при этом час дня. И так страшно. Ты шо? Вот это вот как раз вот то, что обычно ассоциируется со словом Чернобыль или там зона отчуждения. То есть такая необъяснимо опасная. То есть это вот по-тарковски так как бы. Вроде все нормально, но при этом какая-то неведомая сила. А, собаки. Все еще слышу этот странный звук. Неужели тут гроза так звучит? Вот это очень красиво. А, это военная база, да? Я там был? Или это не оно? А, не, это другое. Да, мост, да, он ведет до нее, но он обрушен. Вот там вот. Вот этот вихрь. Класс, то есть и тут погода так звучит. Найс. Я точно туда иду. Ага, мост. Вот там вот что-то. Ты что тут страшно, класс. Мне нравится такое. Ой, мне туда надо. А, вон. Вау. Думал, там вот. А это куда? А, это просто... Ух ты. Вау, тут надо подняться по лестнице, типа... А, не. Ага, там вот... вот... как труба и лестница при этом. Вау, странное место. Вообще, блин, мне так нравятся как бы ассеты, то есть вот эти вот элементы, из которых локации собраны. То есть тут каждое... О, вот это место, вот я про него и говорил. Мертвый город, да, он... но он в НЛС называется как-то там Ленинский проспект или что-то такое. То есть он как... ну там все локации по-другому называются, в общем. С охранником принести посылку. Окей. О, вау. Тут теперь наемники в мертвом городе. Одно неверное движение, получишь пулю. Если есть дело, подходи, не стесняйся. Медленно и без фокуса. Ну, как бы я, если бы знал, где у вас тут вообще вход в базу, я бы подошел медленно, но я могу случайно забежать у нее. Как они, кстати, меня увидели? Вот я понимаю, конечно, что игра, но... обычно как-то там стоят там на вышках, там, как снайперы там и по рации или типа того. А тут как бы вон до ближайшего дома метров 200, они не... ну, я их не вижу отсюда. Так, мне так вообще... Почему и тут даже страшно? Вообще уже... Все до плоти, лучше туда не идти. Тут вот прикольно, что тут цветы. Они так не... Воу. А, я думал, это кровосос. Не сочетаются с тем, что происходит, как бы. Мне, по-моему, к кинотеатру надо сейчас идти, короче. Там напротив памятника вот этот, как такой, с высокими окнами здание, короче. Оно даже в оригинале было. Оу. Тут тушканы, по идее, должны быть. Вот это место чаще всего в трейлерах показывали, кстати.
Найс. Не, это в Припяти все-таки. Тут же будет своя версия Припяти. Ты что тут локаций? А, вот это, да, вот тут. Обычно вот это место показывали, да, так что это еще рано. Все равно, конечно, я в Lost Alpha дошел до середины зоны гораздо быстрее и легче, чем в NLS. Как бы там каждую локацию надо по месяцу открывать, а тут все открыто сразу. Так, где наемники вообще? Ага, вот, спасибо. Ха, слава труду. О, вон памятник, класс. Так, мне сюда? Так, не стреляйте, я неверных движений не делаю. Не хочется со всеми ими сражаться без патронов, как бы. При том, что я перестрелял кучу в кишке зоны, как бы... О, это вход? Ха, странно. Ну, здорово. Стой, что тебе надо? Я от Сахарова. Вот пропуск, который он мне дал. Дай сюда. Да, сходится, проходи, не задерживайся. И все. Эй, подожди. Подожди, ближе. Тебя раньше нигде не мог видеть. Точно не скажу, не помню. Может, дежавю? Наверное. Ладно, проехали, не задерживайся, проходи. Куда проходить? С информатором. Окей, вау. Я слышал, что они, короче, квесты брали из дизайнерских документов изначальных, и даже сотрудники GSC им помогали. То есть это все более-менее аутентично. То есть изначально сюжет Сталкера таким и должен был быть. Вау. Мне так нравятся такие вот, да, здания. И, кстати, вот это напоминает в Припяти, вот там, где монолитовцы. Так, ты не информатор или? Так, он не похож на информатора, мне, скорее всего, надо наверх. Ага, вот. Это же столько, это же не целый город, тут в каждом доме, если столько деталей, то это вообще, ты шо? Друзья, я тут есть на карте? Оу, окей, это я в Припять смотрел, вау, там точно такой же дом. Надо в него пойти будет. Ага, вот он. Да, вот это более похоже на информатора, чем то, что внизу. Воу-воу-воу. Что там? Так что происходит? Кто там нападает? У меня как бы нету времени, я должен был с ним поговорить, но я не успел нажать действие. Они все в таком состоянии. Это реально в Сталкере самое раздражающее, когда НПЦ вот так начинают себя вести. Так, ты Фима Конь. Ты сюжетный персонаж? Ты на побегушках, можно так сказать? Я от этого не в восторге, но у меня есть на то причины. Давай к делу, не спеши. Я теперь не смогу даже продолжить этот диалог. Наверное, игра думает, что я уже получил посылку, но... Потому что он отошел. И он дальше будет ходить. А ну. О, хорошо. Хотя бы диалог еще можно начать. Надо им помочь отстреляться. Наверное, они на мутантов на каких-то отвлекаются. Так, давай. Так, не спеши. Сейчас, так. Надо, пока он не убежал. Ты же ничего себе. Да ты же... На несколько месяцев пропал. Доктор думал, что ты умер. Шо? Ты о чем сейчас? Блин, я не... Чё? О, стрелка узнали, класс. Неужели сейчас выяснится, что меченый это стрелок? Вот это, блин, было бы круто, потому что за всю игру никто не узнал стрелка. При том, что он так же выглядит. Как можно его не знать и при этом знать его и не узнавать потом его? Это булшит, только доктор его знал. Вот, кстати, доктор. А чё он тоже? Эй, друг, ты в порядке? Да. Я не могу поверить, что ты вернулся живой. Ух, озвучка. Тебя не было несколько месяцев. Да, я это уже услышал. Что ты здесь делаешь? Вау. И что с остальными? Вау, мне сейчас похоже надо сбежать, как в GTA, короче. Ты один из группы этого стрелка, доктор. Похоже, у наемников тоже к нему счетец. Так это есть. Ребята, они говорили, я... О! О, дружище, ты ведь ничего не помнишь, так? Призрак, клык, проводник. И меня не помнишь?
Нет. Ты хочешь сказать, что я стрелок? О, наконец. Ну, конечно. Да. Окей. Тебя звали раньше. Но сейчас не время объяснять. Стрелок, послушай. Вау, все, я стрелок. Мы пытались тебя спасти, у нас был план. Меня схватили, когда я возвращался с вылазки. Если ты хочешь вспомнить, прошу, приходи ко мне на болото. Постараюсь объяснить все. И, возможно, память к тебе вернется. Класс, болотный доктор, прям как в книгах и вообще. И как нам выбраться из этой клетки? Провалено задание. Я все, сейчас он не бойся, я все уже организовал. Кто может нас вытащить, стрелок? О. Ты, наверное, и не помнишь одного моего друга, но когда-то мы даже помогали военным. Вау. Блин, классный сюжет тут вообще. И катсцены, и все такое. Найс. Нужно подождать, пока не придет подмога и не вытащит нас отсюда. Может, в игру, можешь в игру на ПДА сыграть пока, еще что-нибудь интересное посмотреть. Но здесь игр нет. Да как это? Дай мне покажу. Блин, у тебя ПДА сломан, неудивительно. Функции у тебя нет, сломан. Блин, это же надо, вот в такой ответственный момент, когда Меченый узнал, что он стрелок, когда они собираются сбегать, он его учит в игры играть. Очень забавно. Так, окей, я понимаю, взрывы, кинематографичность, боевик, все классно, но он меня учит играть в игры на ПДА, это более важно. Должен быть заполучить один артефакт кристалл, который используется на починке сломанных ПДА. О, займемся, когда выберемся. О, класс, то есть если я найду кристалл, то у меня на ПДА будут мини-игры. Ей, буду помнить об этом. Так, ну шо, погнали отсюда. Ты шо там, война? О, holy shit. А я хотел громче главное делать, а теперь понял, что, блин, оно меня глушит. Вау, там сверху тупо все умерли. Радар весь в серых точках. О, все, только доктор остался. Сейчас должен прибежать сюда либо проводник, либо призрак. Они же живы еще вроде как в этом... Я, блин, все путаю, просто я в НЛС сейчас только нашел призрака, и я не уверен, живой ли он здесь. По-моему, тут он напрямую не... с ними не сталкивается. Ты шо, это так прикольно все, я не знаю, оно так, ну, оно, конечно, нереалистично, но кинематографично. Сквозь текстуры прям. А, вот это мы, вау. О, вот он пришел. А кто? А, это ж военный. А, нас военные спасают, получается. Буп. Так именно, так по-простому, просто военный пришел и освободил нас от наемников. Вообще, в сталкере бы такое не прокатило, но это и есть сталкер при этом. Док, я вернулся, как только ты послал сигнал. Долбаные козлы, клянусь, в следующий раз. Мать твою, стрелок, это ты, но... Не спрашивай. Ох, и озвучиватель. Хорошо, без вопросов. Доктор, вы спасли моих парней, я благодарен. Предложил бы вам улететь со взлетной площадки с нами. О! Бляха-муха, эти мудаки нас сильно потрепали. А. Я помогу вам выбраться, ну а дальше сами. Стрелок, отвлеки их внимание, чтобы старик смог выбраться отсюда. Убей засранцев, избавь нас от этой проблемы. Каких, когда... Наемников? Что происходит? Стрелок, будь осторожен, я буду ждать тебя у дома. Постарайся не умереть снова. Найс. Сейчас должно все погаснуть. А, нет, о, все, продолжается. Окей, я за дверью что-то. Так, надо сохранить тут. Мне кажется, сейчас будет такая миссия, типа, знаешь. Я же и есть стрелок. Во. Так, а где ящик с моими вещами? У меня пока как бы только два бинта, этого чуть-чуть недостаточно, я бы сказал. И, по-моему, а, ну броня хотя бы есть. Стрелок, все пошло вверх дном. Ну послушай, ученые на Интере интересовались, что с тобой случилось. Ну ладно, оценяй, чем я им отправлю сообщение, что все в порядке, делай, что должен. Осторожнее там, возвращайся к ним, к
как закончишь. Ага. А мне же надо на болото идти. Нужен болотный доктор. Да, кстати, вот снаряжение должно быть в приоритете. Класс, тут прям такие... Оу. Окей. Этот тут давно уже, явно. Подожди, кстати, а если... Открыть. О. Ага. Ну, она же открыта. Come on. Так. Странно. Как магнит поставили. О! Не знаю, нужны ли мне эти деньги. Ну ладно, возьму. Воу. Сих. Блин, такой именно, знаешь, вот этот Call of Duty пришел. Оно так слишком как-то так, как по боевиковому такой подобрал первое павшееся оружие, погнал. Оу, а, это наш, окей. Что мы это делаем по своей воле? Уходи отсюда, пока не похоронили тебя здесь вместе с наемником. Окей, вау. Воу. Ну, я когда свое снаряжение найду, то я, конечно, повыкидываю это все, но... Ага, тут военные, окей. Ты что тут классно? Именно вот они вот заполнили пустые комнаты, всякие локации такими. То есть оно ощущается как вот это вот все. Ты что? Как жилые, то есть наемники тут реально вот находятся. Так, кухня была. А тут... Так, это тут я был. Тут сюда я пришел. Сюда, значит. Ага. Так, это второй этаж. О, кристалл! Ой, кварц. Ну, тоже нормально. Вы не видели моих вещей здесь? О, вот это же информатор. Я прям не знаю, какую оставить. Они, в принципе, одинаковые, только вот эти всякие гранатометы, всякие прицелы, всякие отличаются. Ой, я думаю, на втором этаже будут мои вещи. Потому что там более так официально все. Я на самом деле уже на радар посмотрел. А, вот там они. А, ой, они... Кажется, вот тут могут быть. Хотя не, они бы не успели сюда собрать все. Мне вот всегда, кстати, так... О. Так странно, когда вот в фильмах, в играх вот так кого-то типа как вырубают, типа там вот, вот как он типа по голове ударил, что он сознание потерял, или ну вот, то есть трудно в такое верить, потому что я не уверен, что так люди реагируют на удары, как бы он бы, ну, так просто не отключился, мне кажется, я не знаю. Похоже, мне на второй этаж не надо было. По сути, мне уже и не надо мои вещи, потому что сильно много набрал более крутых оружий. И я, наверное, сейчас буду с таким типом патронов ходить. Хотя не, у меня было много артефактов, так что все равно поищу. Радар показывает, что вот прямо тут мои вещи все. Но тут же ничего нет. А на втором этаже... А, может оно внизу, может оно осталось там. Да, надо пойти, короче, в... снова.
и теперь по радару, значит, где-то вот там вот. Может, оно тут и есть. Тю, я сюда же пришел. Я ж тут был. Тут нет моих вещей. А, вот, сейф. Тю, я бы даже не подумал, что это сейф. Тю, точно. Я, ну, оно не... О, вот посылка. Так, что из этого я хочу себе вернуть? Ну, беретту, бинокль, ножик. Противогаз может пригодиться. А потом антирада в парочку. Все артефакты. И, в принципе, все. Ну, патроны. Вот эти и... Всякие ПДА там, они там сюжетные. Аптечек парочку. Воды. Вспышку. Патроны не хочу брать. Хочу оставить тут вообще этот автомат. О, мешок. Ну и все, короче. Автомат я тут оставляю специально. Я перехожу официально на серые патроны. Ты можешь меня пропустить, военный? Будь добр. Я не смогу обойти здесь. Ух ты, классный прицел тут. Я так понимаю, доктор и тот первый военный уже исчезли. Ага, вот они против меня, да? Окей. Подожди, это наемник вообще? Они как бы тупо все в меня целятся. Я не могу понять, в кого надо, можно стрелять, а в кого не желать. Тут даже от этого не умираешь вообще. Говорю, аркадный сталкер. Патронов надо еще, конечно, набрать. Не, это не лучшее место для... А! О, есть. С глушителем очень странно, он мне все-таки не нравится. Прям как в оригинале в конце игры. Когда с далеких расстояний таким вот типом патронов всех расстреливаешь. Так, патрон. О, класс. Достаточно как бы. А то в них всегда меньше, чем в оружиях, которые рядом с ними. Так, а где доктор, которого надо было прикрывать? Или это так, они... Условно. Класс. И главное, я как раз говорил о том, что мне не хотелось с ними со всеми сражаться, а вот все-таки приходится. Наемник там. Ух ты, они даже в этом здании, вау. Я его как-то так игнорировал вначале, но это вообще-то как раз тот самый театр, по-моему. А, не. Театр у там, у того, с окнами открытыми, там классно. Тут тоже может кто-то быть. Ночная звезда. Слава труду.
О! Вот тут. Не, не тут. Я, как известно, разживаюсь патронами сейчас, это у меня приоритет. А где тут наверх? А, или, наверное, то снизу, там много их. А, да, вон внизу еще кто-то есть. Хм. На радаре такое ощущение, что много тут людей. А мне, конечно, моя перегруженность уже мешает ходить. Так спокойно тут, как для... побега с базы наемников. Так, ну, есть как раз время вот это вот понацеплять всякие там. Антирад и выносливость. Течение. О, давай лучше колючку. Каменюга, точнее. О, вспышка. Блин, а вместо чего бы ее? Вместо слизняка. Все, теперь я готов. F6, F6. На радаре вон 6 точек вот тут, а по факту тут их 2 только. Это точно двухэтажное здание? Оно выглядит как трехэтажное. Может там на крыше? А, нет, двухэтажное. А, это вот этот. Найс. Вот это как бы часть игры больше всего напоминает такие просто обычные шутеры всякие, там, Counter-Strike и прочие. Наемники и сами оружие у них такие тоже типичные. Блин, перегруженность не очень. Наверное, выложу. Блин, я же их купил только что, я их даже не использовал. Среди улицы стою, вот это вот перебираю, копаюсь в мешке. О, все. Вот это так классно. Я помню в скриншотах, опять же, всяких Lost Alf, не, Oblivion Lost, вот такое, вот такие вот дома показывали, и хотелось в это поиграть, как бы. А ну. Вау. Ха. Оно все равно служит лестницей. Камон. Только что главное был тут. Так, сначала сюда тогда. И это Fallout 3, оно напоминает, кстати. Контуры от ступенек остались. Так, и мне надо добраться к этому снайперу, потому что у него патроны. И может даже какое-то оружие особое. А, может, вот так просто можно. Он не может прыгать, что-то. Ага, зато можно по диагонали идти. О. У него было такое же оружие, как у меня. Теперь я перегружен опять. О, у меня там Вольтер был ненужный, да, вот. О. Что там надо делать было дальше? Я все забыл. А, в принципе, все, можно возвращаться уже. Тюп. Они, главное, там рассказывали, что надо прикрывать доктора там. Так, это все военные, я так понимаю, отображают на радаре. Они не стреляют, значит, все нормально. Может, я еще буду в этой локации, потому что как-то мало было поводов ее более тщательно исследовать. Миссии не располагают к этому. Ну да, я пока-то возвращаюсь к Сахарову и... Интересно, я теперь буду представляться как стрелок, может, Сахаров тоже мне что-то новое расскажет о нем, обо мне. И...
Доктор же говорил на болота идти, но я еще не знаю, где эти болота находятся. Но, по-моему, к ним как раз с мертвого города можно добраться. Я помню, в билдах был переход. Или там, по-моему, вообще нету переходов. Но я помню, сами болота билдовские, они такие более компактные, чем в чистом небе. Как вот это может быть переходом? Это вообще дамба, как бы. Куда? Куда тут идти, вот, чтобы туда попасть? Тут же вот вообще железная... Ладно. Окей. Okay. Whatever you say. Может, он типа ее перелазит, или я не знаю. Даже на карте там от этой дамбы идти до этого озера еще там километра два. Так что эти переходы, это так нереалистично. Особенно иногда, когда видишь, что, ну, допустим... Если ему реально нужно пройти там от агропрома до ученых, там 2 километра, то там же тоже по дороге всякие аномалии, то есть это ж там какие-то происшествия ж были. Они это так показывают, как будто он вообще вот идет просто вот... А, ладно. Там. Вот, вот это вот все, то есть... куда? Вот сюда, да? Ого, то есть вот это вот все я только что прошел, я просто по реке проплыл, получается, или я не знаю, ладно, лучше об этом не думать. Все, я вот тут хочу сохраниться и продолжить следующее видео отсюда, потому что уже большой кусок получился. Ну круто, блин, столько событий. Вообще, это, да, это такой именно веселый вариант сталкера, в котором много всего происходит, и он такой, как бы, самый... Я не знаю, мне нравится. Выключай.